Доброе утро, друзья! Сегодня мы приехали на Пилион, горный массив. Здесь находится кемпинг Хеллас, по-гречески Хеллас. Мы сейчас пройдемся по нему, посмотрим. Это 15 километров от Волоса, прекрасный пляж. Вы можете взять в аренду небольшие кемпинги. Вы можете просто приехать как на пляж, покупаться, попить кофе. Можно бесплатно полежать на подстилке. Сейчас мы посмотрим это место. Я думаю, вам оно очень понравится. Приятного просмотра! Это вход с трассы. Флажки. Не проедете никак. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим, что же там. Очень хорошее, много зелени, очень чисто. Разнообразная природа здесь, и оливковые деревья, и лавры, и кипарисы, и все, что вы хотите. Прекрасная атмосфера, не жарко. Здесь вы можете припарковаться. Паркинг бесплатный. Можно отдыхать собаками, но чтобы правильный был уход, не гадили, все это ухаживать. Редко где можно с собаками, здесь можно. Оливковые деревья. Тут же начинаются домики. Тут вообще очень большая, да, территория. Мы так уже немножко прошлись. И для видеосъемки вышли к началу. Ира, они же приезжают на своих машинах, да? Ну, они могут приехать и на своих машинах. Здесь эти кемпинги сдаются в аренду. Можете приехать со своими, вам выделят территорию. Можете приехать просто с рюкзаком, вас поселят. То есть, как вам нравится. Разнообразные условия, платите за аренду либо кемпинга, либо участка. Сейчас в Греции очень много гранат цветет. Розмарин. Это паркинг только для тех, кто пройдет прямо и будет пить, закажет какую-то еду или кофе в кафе. Вот мы зашли уже на территорию. Тут очень большая территория. Просто огромная. Еще нужно отметить, что здесь пляж очень чистый, ухоженный, намного лучше муниципального. Но муниципальные они еще не начали убирать, еще не начался сезон. Вот сейчас они начнут выставить зонтики, и практически каждый день будут уборки, будут чистые пляжи. Просто ты попала в самые первые числа июня, конец мая, видишь, тут очень долгая раскачка, потому что Волос полукурортное место, здесь Европа отдыхает. Туалеты, душевые, очень все чисто. Туалеты чистые. Транзитом пройдем. Сколько много. Видишь, Алина, они все с машинами, а это берут в аренду домики, кемпинги. Вот также можно снять, арендовать и стационарный дом. Зашли в зону. Тут. Ты снимаешь, да? Мы плавно выходим к пляжу. Тут идти ровно 2 минуты от трассы. Кафе. Платаны. Тут очень хорошо, густая тень. Тоже еще лежаки не выставили. Одна и та же история везде в Волосе пока еще. Вышли на пляж. Вдалеке это село Катагадзе. Чтобы вы ориентировались, как найти этот кемпинг. Только проедете это село, указатель. К нему спускаться не надо с трассы. Сразу будет следующий, это кемпинг Хеллас. Море тут прекрасное. Грунт очень хороший. Малюсенькие, гладенькие камушки, песочек. Вода сегодня теплая. 4 июня, но как-то в этом году лето затянулось, но это нормально для Греции. В прошлом году, например, было жарко, но это было аномально. Обычно в это время такая погода и есть. Но зато прохладные вечера, не жарко. Все очень чисто. Переодевалочки, душевые, кабины. Ну
наверху, там тоже очень много домиков.